И вот, как сообщает информационное агентство, Верховная Рада объявила перерыв в работе. До 10 часов утра четверга у депутатов будет время для консультации. Заседания начнут конкретно с вопроса о формировании коалиции. В правительство может войти много представителей националистов. Например, Ирина Фарион от Всеукраинского объединения «Свобода» претендует на пост министра образования. Вчера она предложила присвоить звание Героя Украины погибшим участникам акций протестов. Еще на фоне последних событий советовала членам партии регионов и коммунистам застрелиться. И у себя во Львове ходила по школам и детским садам. Рассказывала детям, что они должны называть друг друга украинскими именами. Обізвав Петію, бо якщо вона Маша, то це форма не наша. Нехай вона їде туди, де ті Маші живуть.